так, уникальные экспонаты из Лузовского музея. То есть мы пытались найти, может быть, один самый-самый экспонат, который бы презентовал всю коллекцию. Потом, когда мы начали уже более тесно сотрудничать с музеями, стало понятно, что, наверное, мы одним не ограничимся, и каждый хотел представить хотя бы несколько, но вот условие было уникальность, да, экспоната, презентующего коллекцию именно Луза. У нас есть такая организация, ассоциация Лузовских музеев. Вузовские музеи, они все-таки достаточно закрыты для широкого круга посетителей, потому что репрезентуют историю, как правило, и так далее. А нам хотелось сделать их немного более открытым, собрать на одной площадке. Вы знаете, что иногда в вузовские музеи трудно попасть, да? Это предварительная договоренность и так далее. В этом плане наш музей истории более открыт, и он позволит ознакомиться, мне кажется, ну, какой-то части харьковчан с этой коллекцией. Я могу сказать, что она действительно меняется. Еще лет 5 назад где-то у нас в среднем было около 1000-1500 посетителей. И в основном это были студенты Харьковского университета, гости города, которые заходили сюда иногда. Теперь университет и музей в том числе ведет такую более открытую политику. Есть у нас ряд акций, ночь музеев, допустим, да, день выпускника, когда в выходной можно зайти и посмотреть вот наши коллекции. Кроме того, ну, сейчас вообще очень много харьковчан заходит посмотреть и временные выставки, и нашу экспозицию. Где-то вот мы в среднем подсчитывали 4,5-5 тысяч посетителей в год. Лично мой любимец и фаворит – это, конечно, вот прибор, привезенный Будом. Да? Почему? Потому что, когда мы разговаривали с директором Индии астрономии, он сказал, что вообще на постсоветском пространстве всего два таких прибора. Один в Кунсткамере в Петербурге, второй у них. Да? То есть, ну, вот уже сама уникальность, да, этой вещи, она говорит за себя. Впервые такое уникальное собрание изюминок, жемчужин лузовских коллекций под одной крышей в одном здании. Это не только способствует музейному сотрудничеству, но это также и огромная популяризаторская задача. Чтобы вот мы представляем, немножечко приподнимаем завесу над этими коллекциями богатейшими, потому что многие, например, они даже не догадываются о том, сколько всего интересного есть в лузовских музеях. И вот наша задача вот показать, приоткрыть немного, вот заинтересовать, представить. И мы, конечно, всегда, наши двери открыты, поэтому вот наша вот такая вот задача показать, какое богатство хранится в музеях высших учебных заведений. И какая история длинная высших науки и высших учебных заведений у нас в городе. Здесь 4 музея Харьковского национального университета имени Карасина. Здесь музей истории, собственно, добро пожаловать. Здесь музей археологии, музей природы и музей истории астрономии. Вот, собственно, 4 музея. Потом музей истории Народной украинской академии здесь у нас представлен. И музейный комплекс Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекета. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. Далее это Харьковская фармацевтическая академия, Харьковский национальный медицинский университет, музей истории, наш постоянный партнер, обладатель великолепной и богатой коллекции. Вот, также Харьковский национальный педагогический университет, музей истории Харьковского национального университета, Харьковский политехнический институт и Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Вот, собственно, если мы обобщим это с вами, то мы получим 14 музеев из 9 высших учебных заведений нашего города. Это не вся ассоциация, это те, которые сотрудничают в рамках этого проекта сейчас. Мы надеемся, что в будущем мы расширим еще сотрудничество, и вам будет еще интереснее к нам приходить.